Большой-большой привет! Готовимся к сезону, и сегодняшний выпуск наш будет про замечательный наборчик комбо. Уже неоднократно снимали видео про него, но каждый раз хочется рассказать что-то новенькое, поэтому сегодня хотим вот рассказать про сам набор и про дополнительные спицы 8-сантиметровые от Чиагу. Покажу просто, как это выглядит в работе. Что это за набор, если вы еще не видели, и как он крепится к лескам. Значит, сначала распакую вам сам наборчик. Смотрите, они бывают двух видов, либо красный, либо синий. Принцип один и тот же, но единственная разница в том, что красные наборы – это тоненькие спицы в основном, то есть это спицы будут от 2 до 3 25 миллиметров. Вот, и синенькие наборы – это уже наборы, которые более толстые. Это от 3,5 идут они до 5 миллиметров. Значит, одинаковая комплектация. Вот единственная разница в именно размерах и в том, что в тоненьких спицах идут красные лески, а в уже потолще спицах идут вот в наборе синие лески. Одинаковые, в принципе, лески. Чуть-чуть, может быть, есть разница в мягкости. Скорее, синяя, может быть, более такая гибкая, чем красная, но в принципе, они обе очень-очень гибкие, таких аналогов даже и нет в других наборах. Итак, значит, я распаковываю вот этот набор. Сейчас я его вытащу, покажу, что здесь внутри. В принципе, здесь все достаточно легко. Здесь две лески идут в комплекте 13-15 сантиметров. Вот такие вот они лески. Очень гибкий, вот всегда вот так показываю, чтобы вы не сомневались в том, что это просто мега гибко, и они вот всегда в ровном состоянии, не закручиваются, не переламываются, причем какого бы размера они не были, хоть 20, хоть 35, хоть 55, хоть 75 сантиметров. Вот такое вот здесь идет соединение, видите, никаких вообще зазоров, они идеально гладкие, то есть подцепляться вообще вязание не будет, и само соединение с леской тоже, со спицей очень хорошая. Вот смотрите, два вида спиц. Здесь также в наборе идет 5 сантиметров и 8 сантиметров. Вот такие вот, почти что, почти в ладошку. Вот так вот. И я сравню с 10-сантиметровыми спицами. Это отдельно спицы, которые можно докупить. Вот, не обращайте внимания, что они разного размера. Это просто я из своей коллекции взяла. Вот, смотрите, вот 10-сантиметровый, вот 5-сантиметровый. Вот такая вот у них разница. И также в наборе еще идут маленькие спицы, это 5-сантиметровые, они уж совсем малюсенькие, вот такие буквально в половину ладошки. Значит, смотрите, в чем прелесть набора. Вы можете комбинировать, всегда разные, подкручивать лески, спицы выбирать. Например, смотрите, я могу вкрутить леску 13 сантиметров, спицу 8 сантиметров, другую спицу 5 сантиметров. Это я как пример показываю. Так можно одинаковые размеры спиц прикручивать, можно и разные. Вот смотрите, я прикрутила разные, чтобы вы понимали, что сколько маневренности позволяет этот набор. То есть, вот вы, например, вкрутили две разные спицы и можете вязать, к примеру, даже носки или перчатки. Будет все достаточно удобно. Смотрите, вот так это будет выглядеть. Также можно вкрутить две пятерки, тогда будет уже другой объем, соответственно, по-другому будет вязаться. Здесь вот, например, рукав будет удобно. Из-за того, что маленький объем лески, у вас, в принципе, есть здесь упор. То есть, если вы будете вязать рукав, то вот как раз упор будет вот где-то здесь. Конечно, это не спица, когда твердый у нас вот здесь упор, и удобно вязать прям вот. Но, тем не менее, для кругового вязания, в принципе, достаточно удобно. Плюс вот этих вот спиц маленьких лесок в чем? В том, что у вас не образуется магической петли, то есть не нужно вязать способом Magic Loop. То есть если у вас объем вязания больше, чем объем вот этих вот спиц, наоборот, объем спиц больше, чем объем вязания, то вам не нужно вытягивать вот такую вот леску, там, да, все время что-то там перекручивать, закручивать. Вы всегда просто вяжете по кругу и не заморачивайтесь. Этими спицами можно вязать, значит, перчатки, носки, рукава, манжеты, горловину, детские вещи всякие разные, макушки у перчаток, детские шапки. В общем, все, что мелко, и где нужно применять способ Magic Loop и пользоваться чулочными спицами, можно использовать именно вот эти спицы. Вот.
Смотрите, как в работе выглядят 8-сантиметровые спицы. Я вот сейчас вязала образец, как раз у меня вот на спицах 8 сантиметров. Тоже все достаточно удобно. Вот у меня здесь, в принципе, такой скомканный немножечко кусочек, но мне вот прям было очень удобно. Я хорошо вот так вот вязала, ничего не нужно было перетягивать, затягивать, то есть все было очень компактно. Значит, вот к этому набору, если мы вернемся, к нему можно докупать и использовать лески, которые у вас уже есть. Все красные лески, которые вот тягу соответствующие размеру, они подходят к этим спицам. То есть вы можете комбинировать длинные лески сюда, использовать к этим спицам. То есть использовать маленькую спицу, но длинную леску. Вот. И кроме того, можно еще закупать отдельно 8-сантиметровые спицы. Они отдельно продаются. Размеры тоже очень разные. От 2 мм они продаются. И бывают вообще... Вот, то есть, если вам не хватает, где-то в комплекте можете вот отдельно их приобретать. Точно так же и лески, тоже разных размеров. Красные лески, они идут от 20 сантиметров, а синие, они бывают у нас от 5 сантиметров, вернее. Вот, весь ассортимент спиц можете посмотреть на нашем сайте. Ой, надеюсь, было интересно. Всем хорошего начала вязания. Пока!